Этот мемориал в деревне Мамоново на Можайском шоссе был открыт 9 лет назад, 6 мая 2011 года, в память о жителях села, погибших на войне. За это время материал, из которого был изготовлен монумент, пострадал от различных внешних факторов, в том числе климатических. Краска облупилась, образовались глубокие трещины, штукатурка отваливается целыми кусками. Да и сама конструкция рассыпается на глазах. Но совсем скоро все изменится. Будет выполнена штукатурка памятника, окраска его памятника, то есть приведение в надлежащее состояние после зимы. Также будут заменены брусчатка в местах, где она отвалилась, и бордюрный камень на памятник, то есть обычные ремонтные работы. Никаких дополнительных элементов после реконструкции здесь не будет, так как основная задача – сохранить внешний вид памятника. Работу необходимо провести в довольно сжатые сроки. По окончании, уже после 10 апреля, состоится торжественная церемония открытия обновленного мемориала. Стоит добавить, что работа по восстановлению проводится под контролем партии «Единая Россия» в рамках реализации проекта «Помним». Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».